В банкротстве бывает так, что некоторые лица не своевременно отдупляются и не могут своевременно стать в реестр со своими требованиями и быть нормальным, адекватным кредитором. Часто таким грешит налоговая служба. Иногда она отдупляется через год после закрытия реестра кредиторов и, соответственно, ее требования, например, по НДС, на не сильно большие суммы их определяют за реестр, так называемые зарегистровые требования, которые удовлетворяются после удовлетворения реестровых требований основных, то есть никогда. Но бывает так, что идет закулисная игра, и эти копейки, чтобы позицию налоговой, если она есть в реестре, еще дополнительно как-то смягчить, их удовлетворяют. Причем делает это кто? Третье лицо. Ну, третьему лицу дают бабки должник, и оно погашает. Суды всегда в этих моментах встают на сторону налоговой и вот этого третьего лица. Если там было бы вместо налоговой какая-то коммерческая структура, либо физик, не разрешили бы.